OnePlus ломает традиции. Ace 5 Pro выходит раньше срока. Новинка получит топовую платформу Snapdragon 8 Gen 4, высококлассный экран, лучшее охлаждение на рынке и огромный аккумулятор на 6200 мАч. Всех приветствую, друзья, вы на канале PaintShop, полезные и не очень. Компания OnePlus, известна своим четким циклом выпуска народных моделей Ace, решает нарушить собственные традиции. Вместо привычного раннего летнего релиза Ace Pro, компания решает выпустить смартфон в третьем квартале. Информация об этом появилась от известного инсайдера Digital Chat Station, который утверждает, что OnePlus Ace 5, уже фигурирующих в слухах, будет представлен вместе с Ace 5 Pro. Лайк, подписка на канал за старание. И приступим! Известно, что базовая модель получит прошлогодний топовый чипсет Snapdragon 8 Gen 3, в то время как Ace 5 Pro порадует обновленным топовым камнем Snapdragon 8 Gen 4. Такой неожиданный ход со стороны OnePlus вызывает множество вопросов. Прежде всего возникает главный вопрос о летнем релизе, который традиционно был посвящен Ace Pro. Ответ, вероятно, нужно искать у конкурентов в лице Xiaomi и Vivo. Похоже, OnePlus решила повторить их стратегию, выпустив сразу несколько модификаций Ace 5. Базовый вариант, Pro-версию и, возможно, Ace 5 Ultra. Друзья, если вы хотите оперативно получать свежие новости о новинках, подписывайтесь на мой одноименный телеграм-канал. Там я каждый день публикую огромнейшее количество новостей и горячие предложения от AliExpress по самым выгодным ценам. Переходите, ссылочка внизу в описании. Если OnePlus действительно пойдет по стопам своих конкурентов, осенью текущего года мы можем увидеть еще одну модификацию Ace 5, Ace 5 Ultra, который, по слухам, будет оснащен мощнейшей платформой Dimensity 9400+. Такой внезапный сдвиг в стратегии OnePlus может свидетельствовать о том, что компания решила отказаться от традиционного цикла выпуска, чтобы быть более гибкой и оперативно реагировать на изменения на рынке. Появление сразу нескольких модификаций Ace 5, каждая из которых будет ориентирована на свою целевую аудиторию, позволит OnePlus занять более заметную позицию в конкурентной среде и предложит пользователям больше выбора. Остается только ждать официального подтверждения от OnePlus и увидеть, какие еще сюрпризы они приготовили для своих поклонников. Ну как вам, друзья, грандиозные планы от OnePlus? Пишите свое мнение. С вас лайк, с меня контент, и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся!